В этом году школа номер 3 села Витязева выпустила 2 класса. Более 50 человек переступили черту зрелости, сдав все экзамены и подготовившись к вступлению в вузы. Дарина – золотая медалистка. Свою жизнь выпускница собирается связать с педагогикой и вернуться в родную школу учителем начальных классов. Достаточно большую роль в моей жизни сыграла школа, потому что я с первого класса отличница, и мне действительно дается учеба, мне интересно, я люблю ходить в школу, я люблю учителей, я люблю получать новые знания, я люблю развиваться, и благодаря этому, наверное, я добилась всего, что у меня сейчас есть. 9 золотых медалистов получили не только аттестаты, но и ценные подарки, сертификаты на 10 тысяч рублей в магазин электронной техники. Отметили и родители, им вручили благодарственные письма за отличное воспитание детей. По словам педагогов, именно благодаря поддержке семьи и достигают высокие результаты. Как приятно видеть лица учителей, которые с гордостью сегодня вели выпускников. Очаровательные учителя, вам низкий поклон за то, что ваша школа в этом году имеет 9 медалистов. И это заслуга не только ваша, конечно же, учеников, но в первую очередь это заслуга родителей. Это мотивация и со стороны высокая, достаточно высокая мотивация со стороны учащихся, ну и, безусловно, родителей, потому что родители всегда, они как участники образовательного процесса, нам здорово помогают, всегда принимают участие и в образовательном процессе в том числе. Поэтому, в общем-то, наверное, вот достигли таких результатов. В этом году количество отличников в селе Витязево возросло. Здесь считают, что это стало возможным в том числе и благодаря активной внеурочной деятельности, приобретению высококлассного оборудования для занятий, а также привлечению молодых кадров. В следующем году в планах третьей школы создать собственный театр и обучать молодые дарования актерскому мастерству. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.